Эй, Каталина, это Карл, давай уже, поехали! У нас еще столько банков не ограблено! Ну же, поехали! Зайди, любимый! Отлично, давай, погнали! Сейчас же тащи сюда свою жалкую жопу, Карл Джонсон! Иначе я тебе в нее гранату, блядь, засуну! Ладно, иду. Послушай, детка, мне правда очень нужны эти деньги. Что? Боже мой! Это еще что такое, черт подери? Это что ли, долбоеб? Это орудие пыток. Сейчас нет, твоей жалкой детка, жопе нет, будет плохо. Пожалуйста, ты нет. Ты никогда не пишешь мне? Ты не звонишь? Ты обращаешься со мной как... Так же, как и с остальными своими... Нет, я прошу тебя, только не это. Сейчас я тебя выебу. Детка, пожалуйста, не надо. Прошу, детка, не надо. Черт. Да, быстрее, жестче, глубже. О, да, да, да. Может, теперь поедем и ограбим кого-нибудь? Ну как тебе? Необычно. Я знала, что тебе понравится. Слушай, детка, мы должны идти и забрать как можно больше денег. Я уже начинаю от тебя уставать. Просто мне нужны деньги. А мне нужно на халяву пытаться. Я ж... которой не надо платить. Нет, я этого не говорил. Карл, я тебе говорю, что влюблена в тебя, а ты ведешь себя так, как будто я идиотка. Я вижу, что ты заглядываешься на других женщин. Я вижу тебя насквозь, Карл, я серьезно. Я убью тебя, если ты еще раз начнешь эту тему. Но сначала я коснусь тебя, потом ты сожжешь... Хватит, мне просто нужны деньги. Карл, я уже реально устала от тебя. Пожалуйста, дорогая, просто я глубоко-глубоко увяз в дерьме. Хорошо, может сегодня мы срубим гораздо больше деньжат. Карл, ты же можешь быть быстрым и безжалостным. Ничего подобного я не видел в тебе, когда мы грабили букмекерскую контору. Что, если бы ты не начала тупить, все было бы гораздо лучше. Они сдохли, потому что ты был тупым и медленным. Как большой жирный ребенок, который жрет шоколад с тех пор, как его отец стал кормить свою приемную дочь только черствым хлебом.